Делаем подложку из любого топа. Далее берем белый гель-лак, немного смешанный с топом. И делаем хаотичные разводы по ноготку, похожие на текстуры розового кварца. Кистью я перемещаю смесь белого гель-лака с топом по ноготку в различных направлениях до тех пор, пока мне не понравится результат. Как только меня все устроило, я ноготок отправила на промежуточную просушку. Далее взяла белую гель-краску и начала выделять основные, наиболее яркие моменты нашего камня. Как только мы наметили основные моменты, мы, не просушивая, берем капельку топа и начинаем размывать белые границы, не оставляя четких линий. С помощью растушевки топом мы доводим наши текстуры до наиболее приближенных к натуральным. Если мы где-то видим пустые места, то мы можем взять смесь, которую использовали на первом этапе белого гель-лака с топом, и добавить туда прожилок. Теперь, когда мне все понравилось, я отправила на просушку в лампу, затем покрыла топом и тоже просушила, и начала делать инкрустацию с розовыми опалами. В конце решила добавить еще белых бульонок.